Добрый день, мы находимся на выставке Мусбилд, и сейчас мы на стенде компании производителя карнизов Шик Шторы Карнизы. Мы уже встречались с этой компанией на выставке Heim Textil в сентябре и подробно рассказывали о коллекциях карнизов. Ксения, скажите, что-то изменилось с сентября месяца? Вы добавили какие-то новые коллекции или, может быть, в существующих линейках произошли какие-то изменения? Да, с момента последней выставки, которая была в сентябре, у нас появились новинки практически во всех направлениях, которые мы производим. Это рулонные шторы, металлические карнизы и багетные карнизы. Поделитесь с нами? Безусловно. Предлагаю начать с рулонных штор, так как у нас сейчас сезон светозащиты. К сезону светозащиты мы добавили несколько коллекций новых тканей. Однотонные, с цветочным принтом, с кружевным принтом. И одна из самых наших ярких новинок – это с нежным акварельным принтом. Ксения, расскажите, какая коллекция карнизов является самой популярной среди ваших клиентов? Безусловно, это коллекция «Олимпия», которую, еще раз повторюсь, мы производим сами. В рамках этой коллекции у нас появилось два новых цвета, которые, я думаю, что неплохо себя зарекомендуют среди наших покупателей. Это такие цвета, как перламутр. Этот перламутр располагается на всех трех стендах. Они рядом, чтобы вам удобно было сравнивать зрительно, как выглядит этот цвет на различных формах наконечников и труб. Также второй наш новый цвет – это старая медь. Он располагается чуть выше. Этот цвет, в общем, мы попытались показать в прошлой выставке, но, к сожалению, он был несколько недоработан. Но сейчас мы приложили много усилий для того, чтобы его довести, скажем так, до идеального состояния, до идеального цвета. И вот сейчас на суд наших покупателей он представлен здесь. А ваши клиенты уже заказывали карнизы в этом цвете? С прошлой выставки, да, были такие попытки. Оставались довольными? Я думаю, что да. Прекрасно. Насколько я поняла, ваша специализация – это декоративные карнизы. Технические профильные карнизы, карнизы для римских штор вы не производите? Нет, в нашей продукции, в нашем ассортименте, безусловно, есть и профильные карнизы. В данном случае мы производим карнизы для римских штор, а также еще карнизы профильные для других типов штор. Ксения, помимо новых цветов в карнизах, что еще вы добавили в коллекцию «Олимпия»? В коллекции «Олимпия» у нас появился новый наконечник. Мы его здесь можем увидеть в виде цветка ириса. Здесь для нас не только новая форма, но и новый способ раскраски. Мы попытались передать всю нежность данного цветка. А также мы разработали шторы-держатели в коллекции «Олимпия», которые повторяют форму наконечников и не только. Плюсом появились магниты, которые тоже нашего производства. Замечательно, это хорошие новости. Ксения, я помню, что когда мы общались в сентябре на выставке Heim Textil, вы только начали разрабатывать коллекцию карнизов «Дюна». Скажите, а какие изменения коснулись этой коллекции? На данный момент коллекция «Дюна» является полноправной коллекцией среди наших металлических карнизов. Вы доработали и цвета, и формы наконечников, и теперь это полноценная коллекция. Конечно, эта коллекция доступна для заказов и хранится полностью в наличии на складе. Ксения, расскажите нам подробнее об этой новой коллекции. Ну, еще раз давайте напомним, что это коллекция металлических карнизов с порошковым покрытием, диаметр 28 первого ряда и 19 второго ряда. То есть эта коллекция подходит для тяжелых штор? Для тяжелых, для средних и легких. Я думаю, что она достаточно универсальная за счет своих простых и лаконичных наконечников и за счет таких выгодных цветов, как антрацит, золотистый шоколад и золотой песок. В каких проектах вы рекомендовали бы использовать данную коллекцию? Это больше современный стиль или они универсальные? Я думаю, что они универсальные. И, конечно же, мы не можем оставить без внимания нашу самую продаваемую и самую популярную коллекцию «Ковка». Это коллекция, которая замечательно продается во всех регионах России. Она достаточно бюджетный вариант получается, но, безусловно, здесь есть замечательные цвета и замечательные наконечники. Ксения, я обратила внимание, что в этой коллекции появились очень смелые наконечники в современном стиле.
Помимо новых наконечников на этом стенде, у нас еще появились новые наконечники, которые представлены вот здесь. Благодаря ним коллекция обрела более современный вид и будет еще популярнее. Все-таки основной стиль вашей коллекции – это классика. Я, пожалуй, с вами соглашусь, но учитывая наши новые наконечники, коллекции могут использоваться не только в классическом, но и в современном интерьере. То есть в целом ваши коллекции стали более гармоничны и универсальны? Все верно. Ксения, вы предоставляете какие-то инструменты продаж дизайнерам и салонам штор? У нас есть удобные рабочие каталоги, а также мы еще предоставляем нарезку, в которых собраны по коллекционно карнизы. Все коллекции карнизов находятся у вас на складе? Да. Основная наша задача – хранить продукцию на складе. А также, если нужно будет изготовить модели, которых нет в наличии, есть такие позиции в Олимпии, либо в багетных карнизах заказные, то срок изготовления оговаривается с менеджером. В среднем это бывает в районе 2 недель. Но это тоже не так уж и долго, если мы сравниваем с заказными карнизами, которые идут из Европы только месяц. Скажите, в Москве у вас также есть склад? В Москве есть оптовый розничный магазин. А как салон штор или частный дизайнер может стать вашим клиентом? Для того, чтобы начать работать с нами, достаточно сделать запрос на электронную почту, либо позвонить по телефону. Менеджер с удовольствием предоставит каталог и образцы бесплатно. Спасибо.